Алейм Достар, с вами ваша Сара Кыс, и это вторая реакция на сегодня на песню «Раим и Артур. Самая вышка» к кинофильму «Я жених». Меня просили абсолютно все, чтобы я сняла реакцию. Мои личные сообщения, мой дайрект-директ, да, как бы в Инстаграм, комментарии у меня просто взрывались, лишь бы я посмотрела вот этот клип, и я наконец-то взялась за него, и надеюсь, вам реакция понравится, поэтому я буду приступать, чтобы, дабы не было большого времени, да. И начнем, раз, два, три, поехали. Ничего себе. Акапеллу пою, да? Ну вот. Ближе, повторяй за мной, поднимая руки выше, еще выше, еще выше, еще выше, выше, прошу, танцуй со мной, девушка из Парижа. Твоя малышка, твоя улыбка, ей на дым, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Моя малышка, твоя улыбка, Енгадем, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Енгадем, вот классно звучит. Нравится. Моя малышка, твоя улыбка, Енга Дэмэ, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Такие мальчишки симпатичные, кстати. Мне понравилось. Девушка очень симпатичная, парнишки очень классные. И знаете что? Я хочу посмотреть этот фильм и хочу сделать обзор к этому фильму, не знаю, реакцию, как вы сами хотите. Поэтому, если фильм уже вышел или когда он выйдет, пожалуйста, скиньте мне, я вас просто реально умоляю, пожалуйста, скиньте мне этот фильм, я хочу его посмотреть, потому что кадры из фильма, это просто реально, это очень смешно, вот вообще все полностью смотреть, вот есть весь спектр, да, как бы весь фильм посмотреть, мне бы вообще было бы просто замечательно. Поэтому, ребят, если он вышел, когда выйдет, и вообще скидывайте, пожалуйста, мне, я буду только рада, я с радостью посмотрю. И что я могу сказать? Это реально, это не нереально. Я не знаю, блин. Офигеть просто. Это... Вот знаете что? Давайте казахских рэперов поднимать, чтобы они прославлялись на весь мир, чтобы они в России прославлялись и в остальных странах тоже прославлялись. Давайте поднимать их, выводить на новый уровень, потому что, блин, ребята того стоят, у них реально классно получается. Причем у многих, да, сколько не смотрю, я вот реально... как бы такие реакции делаю именно на казахский, на, грубо говоря, рэп, да, как бы то мне реально заходит, и мне это нравится. Поэтому, ребят, пожалуйста, давайте тоже будем делать так, чтобы, ну, давайте им дорогу к их светлому будущему, так скажем. Мне на самом деле понравилось, я не знаю, что сказать, я кино не смотрела, но песня, ну, зашла реально. И мальчики, когда те, которые поют, самое главное, да, роли, у них, мне понравилось то, что Раим и Артур, у них классно, знаете, что их... Образ в пиджаках просто, блин, я люблю мальчиков в пиджаках. Это просто сносит голову.
И еще люблю мальчиков в форме, это тоже сносит голову. Как все обычные, в принципе, девочки, мы такое любим. Поэтому я могу сказать, что мне на самом деле понравилось, как бы верите, не верите, но очень клево. И прошу вас, очень настоятельно прошу, чтобы вы мне скинули сам фильм, потому что я хочу посмотреть само кино и сделать уже на него как бы реакцию, обзор. Если вам понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайки, проходите на сайт Гаку, ставьте лайки там на этот клип. И, в принципе, вообще все вместе, чтобы это было. Надеюсь, вам, короче, понравилось. Всех вас люблю, буду прощаться.